Если мы откроем любую тую, там будет высохшая, желтая туя. К осени она вообще желтеет однозначно. Вот это прошлое поедем. Ну, не хватает ей солнца, поэтому она желтеет и опадает. Это обычно у всей туи, это обычные дела. Если мы подойдем к другой, любой туи, мы увидим то же самое, в принципе, которая сильно плотная, ну, здесь не видно, а здесь вот, например, вот видите. Да это чистится все должно, ну, просто пока нет времени, но это изгородь, как у нас идет, она будет скрыться и со временем все желтое отсюда уйдет. Ну вот у большой тоже можно видеть, что здесь внутри все сухое. Вот видите, это все выбирается, все чиститься должно. Вот именно сейчас. Потому что осенью она у вас будет желтеть тут. Вот эти побеги, которые внутри, они будут желтые. Я обычно ноябрь-декабрь трясу их, чтобы они опадали, и тогда она меньше. А так она набивается, красивая туя. Это колумна, кстати. На паузу.